Главное предложение только сегодняшнего дня. Что может увести вас в эстетику трендов? Что может вас примкнуть к людям, которые одеваются стильно и всегда про них говорят? Она настоящая модница. Это, конечно же, бренд Симона, который всегда четко следит своему эстетическому стилю и ДНК морского стиля. Но сегодня он представляет тот стиль, который входит в пятерку лидеров. Это стиль сафари. Что же оно означает? Это элегантность, нежность и обязательно натуральные материалы. Полноценное прикосновение с природой. Легкая, комфортная рубашка станет главным предложением дня, которое несет в себе сразу два функционала. Сегодня это ваша льняная рубашка, а завтра это ваш жакет. А смесовое полотно с добавлением вкрапления хлопка обеспечивает менее заминаемости льну, а значит, мы будем себя чувствовать еще более комфортно и приятно. Ну и, конечно же, полусвободный крой обеспечит максимальное удовольствие от носки. Ведь главная задача бренда Симона — сделать вас не только стильной, но еще и очень удобной и маневренной красивой охотницей. Давайте с вами сегодня охотиться, к примеру, на наши цвета, которые эксклюзивно представлены в этом часе. Яркая нежная фуксия, которая в этом сезоне очень популярна за счет итальянского бренда Valentino, который как раз популяризировал этот оттенок. Кто-то может выбрать для себя более спокойный, например, вспомнить какие-нибудь коралловые рифы и выбрать для себя коралл. Нежный бежевый – это полностью классическое прочтение стиля сафари, именно соприкосновение с пустынным таким оттенком. Кто-то выберет для себя вот такой эффектный зеленый цвет, напомнит он им о сочном лайме или коктейле, например, мохито. Ну и, конечно же, нежное голубое небо, мирное небо, которое мы все так ждем, чтобы уже было над нашими головами. Размерная линейка у бренда 48 до 62. Мы забираем смело рубашку размер в размер. Если любите эффект оверсайз, можете выбрать на размер больше. Я до эфира сделал для вас замеры на образце 52 и 54. Сейчас я буду озвучивать размеры по сантиметрам, и вы будете уже понимать, как отталкиваться. Во-первых, я сделал вывод, то, что они действительно отличаются по размеру. Идет градация в сантиметрах. Вот смотрите, полуобхват горловины. Так как рубашка идет в статичном материале, я вам сделала окружность воротника. То есть не будет ли он душить. Обхват в 52-м 47, 50 по окружности горловины в 54-м. По плечо 17 в 52-м, 18 в 54-м. Полуобхват предплечья 25 и 26. По груди 65 в 52-м, 70 в 54-м. Талия 67 в 52-м, 54-м 72. В 52-м бедра 70, в 54-м 75. Делаем вывод, что рубашка идет даже с максимальным припуском. В собственном размере она сидит свободно, а это значит, что дистанционно безопасная покупка не только для постоянных покупателей, но и для тех, кто только сейчас к нам присоединился, будет первым новичком нашего телеканала в качестве покупателя. Он получит не только приятные бонусы, которые ему назовут в колл-центре, но и получит безопасно заказанное изделие. Что касается состава, то здесь натуральное полотно, здесь лен соединяется с хлопком. Данное смесовое полотно еще называют дубайским льном. Такая техника производства материала пришла как раз-таки из Арабских Эмиратов, от их традиционного костюма, которого носят так же, как и мужчины, и женщины. Это позволяет им всегда выглядеть опрятно, а самое главное, в адскую, можно сказать, жаркую погоду, ведь Арабские Эмираты славятся тем, что температура по градуснику иногда поднимается даже выше, чем градусник мог бы показать. То есть у них иногда бывает и 60 градусов температура на солнце, особенно именно в сезон. Поэтому такие льняно-хлопковые полотна – это просто идеальное предложение для этих людей. Поэтому они выбирают для себя всегда качество, а значит, эта эстетика приходит к нам. Стиль сафари. Это у нас с вами стиль, который является ответвлением стиля милитари. Тоже имеет свои определенные военные намеки. Это у нас с вами паты, застежки, клапаны. Ну а нежные оттенки песка, белого цвета, молока всегда были главным олицетворением стиля сафари. Сафари – это у нас с вами наряды, в которых путешествуют, катаются в дюнах, охотятся в саваннах. Поэтому мы сегодня с вами, как современные городские или даже дамы из, например,
поселка, мы можем себе позволить быть той самой охотницей, охотиться за победой на работе, за результатом, за личными отношениями и так далее. Мы всегда идем в какой-то такой правильной борьбе даже с самими собой. Поэтому сегодня эта рубашка станет тем самым удовольствием и той самой лучшей охотой, которую мы с вами проведем этим летом. На экранах вы видите, как можно преобразить его в современную интеграцию, когда, например, с бермудами. И также вы видите на экране подготовленный для нас образ брюками Мэрион, где виден чистокровный классический стиль сафари. Это обязательно коричнево-чайного цвета детали из кожи, из замши. Это всегда песковые тканные полотна цвета, да, молока, бежа, крема, какао или прям вот песков пустыни. Ну и, конечно же, соломенная шляпа или фетровая шляпа. Вы можете выбирать по-своему. Делать стиль по-разному. С чем мы сегодня будем с вами соединять? Лучшее сочетание это вместе с брюками Мэрион. Вот, например, Анна уже демонстрирует вам более нежный оттенок. То есть, если Оля вам демонстрировала с более молочным оттенком, да, брюк, то здесь оно более светлое. То есть, вы можете выбрать такую эстетику Лоры Пьяно, когда бежево-кремовые тона соединяются в одном тот-луке. Такой образ выглядит всегда дорого. Люксовые бренды часто прибегают именно к такой палитре для создания коллекции. Даже психологи выяснили, что бежевые тона всегда являются олицетворением и притяжением финансов. Оля выбирает для себя трендовость. Яркий розовый цвет добавляет топ Mildred, который я рекомендую автоматически в двух цветах как минимум положить в свою корзину. То, что вы видите на Оле, бриджи, топ и рубашка, и плюс еще один, к примеру, топ, это ваша заветная бесплатная доставка даже в самый отдаленный регион. А если оплатить картой сразу, то еще и минус 5%. По факту у вас будет два топа, рубашка, которая несет двойной функционал, и бриджи. То есть мы с вами платим чуть менее 5000 рублей, а получаем больше 5 нарядов. Наше главное предложение дня представлено в цвете фуксии, в нежном коралловом оттенке, в бежевом цвете молока, красиво насыщенном зеленом детокс цвете и, конечно же, мирном светлом голубом цвете. Напомню, размерная линейка от 48 до 62, по обхвату горловины 52-47, по обхвату горловины 54-50, по груди 65-70, 67-72, 70-75. Данная рубашка лежит свободным по своему крою, в состав входит у нас с вами преобладание льна и 25% хлопка в составе. Выбирайте только лучший с телеканалом Шопинг Шоу.